Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал Future Lady. За новостями из мира будущего сюда подписывайтесь на меня. Стремительное развитие технологий коснулось практически каждой сферы деятельности, но особых результатов удалось достичь в области медицины. Знаете ли вы, что в мире сейчас разработаны такие инновации, которые позволяют человечеству жить 130 и более лет? У нас сегодня появилась уникальная возможность заглянуть в будущее. Пойдемте скорее смотреть. На этой выставке представлены основные футуристические концепции, которые, по прогнозам, в ближайшем будущем изменят человечество в целом. Например, производство искусственных органов или клеточная инженерия, а также распечатка частей тела на 3D-принтере. Все эти технологии позволяют человеку при появлении каких-либо проблем в органах, клетках или тканях успешно их заменить, восстановить или улучшить. Представьте, что замена сердца будет обычным явлением сродни замены пломбы на зубах. Находясь здесь, поневоле задумываешься о населении нашей планеты, которое стремительно растет, так теперь оно еще и не будет умирать. Конечно же, все эти инновации прежде всего смогут позволить себе сверхбогатые люди. И если раньше они могли купить лишь символы статуса, то вскоре появится возможность купить и саму жизнь. Это, конечно же, приведет к огромнейшей биологической пропасти между бедными и богатыми, а также страшным последствиям от этого. Ребят, я вас очень прошу подписаться на мой канал. Каждая ваша подписка – это вклад в развитие науки, технологий и спасение нашей планеты. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока.